Праздник красоты устроили для себя студенты Иркутска. Конкурс «Мисс Иркутск 2014» начался еще в марте. Много претенденток пришлось отсмотреть компетентному жюри, прежде чем определились 12 финалистов. И вот, после долгих репетиций и потраченных нервов, 12 девушек вышли на сцену своей «Альма-Матер». Каждая из 12 финалисток по условиям конкурса должна приготовить домашнее задание, а именно сделать свою видеопрезентацию «Без чего я не могу жить» и один концертный номер. Фантазия участниц ничем не ограничивалась. И это показал получившийся концерт, номера которого и стали заданием участниц. И вот настало время для второго выхода участниц на сцену. И снова домашнее задание. Каждое нужно было отразить в своем наряде одно из времен года. А какое выбирал жребий? Весь конкурс проходил на одном дыхании. Зал не просто смотрел и выбирал или поддерживал своих конкурсантов. Зрители сами участвовали в этом волшебном действии. Мистер стиль и популярность 2013, 14, 15, 16. Наличие кожаная куртка. Вот и последний выход конкурсантов. 12 девушек в роскошных нарядах, стоя на сцене, ожидали решения судей, которым предстояло сделать непростой выбор. И вновь на помощь пришли ведущие конкурса. Чтобы как-то скрасить время ожидания, они устроили в зале настоящий флешмоб. Шарманка так шипит, шарманка так хрипит, старый мотив узнать нельзя. Ах, мой милый, 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 отпусти, отпусти, отпусти. Все, что было, все прошло. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Надо, надо жить, мой милый Августин, на радость людям и врагам на зло. Но всему приходит конец. Жюри пришло к единому мнению и назвали имена победителей. Вторая вице-мисс Иркутис. Подарки для конкурсанток предоставлены Банком Москвы и Российским государственным университетом туризма и сервиса.
что же. Первый вице-мисс награждается. Награждается. Иргутис, 2014. Кочеткова, я до слез. Кочеткова Виктория!